Нет, тут и спорить нечего. Наша профессия – дело серьезное. Скульптор должен думать серьезно и много думать. Камень – это не глина. Отколешь кусок – не прилепишь. Запомнил, скажешь им «хочу», «хочу в кавалерию». Прошу тебя, кавалерию папа, береги брама. Никаких компромиссов, слышь, а не беспокойся. Кавалерия у тебя в крови. Ты тоже береги. Ты сын командира кавалергардского полка, пусть это учтут, нужно продолжать традицию. Будет трудно, продай буфет, а по-русски мрамор не трогай. Ах да, самое главное, женщинами не увлекайся, из-за них было проиграно немало войн, а на западе Европе они особенно коварны. Баба, керосинку гасить не забывай. Лошади относись с любовью. Не забывай, чей ты сын, не опозори имени Аристави. Генерала, слушайся, мой мальчик. Помни, у тебя радикулит, не стесняйся носить теплое белье. При чем тут радикулит? Поговорим о пантере. О пантере? Как вы говорили в прошлый раз, пантера во все века не изъявила ни малейшего желания сблизиться с человеком. Très bien. Нынешние учителя не имеют ни малейшего представления о том, что написано в этих книгах. Этим фолиантом, mon cher, более 100 лет. Да, конечно. Вот. А теперь мы с тобой поговорим о слоне. Слон верный и преданный друг человека. О, Боже, не преданный, а преданный друг человека. Из его пивней делают замечательные бильярдные шары и сапельные шукай. Кого я вижу? Папа, Агули, дорогой сын. Мой. Сын, мальчик мой, наконец-то. Ты отлично выглядишь. Да что говорить обо мне, Евгения. Как ты, а? Да ничего. А, да, Евгений, то есть Заур, ружье скорее. Заур, вернись. Выстрелы я и на фронте наслушался. Да, мой мальчик. Евгения, ну? Вот мы опять вместе. О, Боже, даже не верится. Да. Заур, ружье? Нет, ружье, отставить вино. Беги к Лонгинозу, попроси 6 литров, скажи, что я завтра к нему зайду. По дороге не пей. Ну вот, ты приехал в отпуск, совсем, мой мальчик. Совсем, Евгения, но... Дай-ка руку. Чувствуешь? Что это у тебя? Кости не хватает. Граната попала, хорошо не взорвалась. Ах, не расстраивайся. Но это бывает, значит, порох сырой попался. Ну и слава богу. Главное, что ты жив, а вместо кости мы сделаем платиновую пластинку, когда кончится война. Ладно. Значит, не уедешь больше, ты мой герой. Ну почему герой? Герой. Ме комплима. Ха-ха, явился. Перри. Неделю пропадал. Мне, ух ты, безобразник. Агули вернулся, Перри. Я Агули, что с тобой? Оставь его, он у меня совсем одичал. Подлец. Представь себе, иногда где-то достает натуральные бифштексы. У него самое изысканное меню. Боже мой, что я тебя держу во дворе? Идем наверх, пошли. Агули. О, что это у тебя тяжелое в мешке? Консервы и сахар, паёк из госпиталя. А, хвалю. Слушай, как тебе не стыдно? За столько времени хоть бы одно письмо написал. Да как-то так. Ах, как-то так и не стыдно тебе. Ну ладно, Пипиня, не сердись. Буду сердиться. Да не плачь ты. Хочу плакать и буду плакать, вот.
Молодец, Пибиня, что не продал мрамор. Мрамор, мрамор. Кому он теперь нужен? Кто его купит? Однажды после боя ночью мне пришла в голову отличная мысль. Из этого камня я сделаю весну. Пардон, весну? Раннюю весну. Представь себе стройного юношу. Он будет стоять вот так. Руки подняты к небу, а глаза устремлены вдаль. Весна. Глупая затея. Господи, когда ты наконец станешь серьезным? А что, мне не работать? Работай. Работай. Разве я тебе мешаю? Но, друг мой, сейчас не время делать ангелов, серафитов, собачек и кошечек. Сейчас нужно. А ты без меня поддерживал порядок. Да выслушай до конца. Ну? Вот кончится война. Мы безусловно победим. Тогда можешь делать все, что угодно. Хочешь весну, осень или даже... Вот. Может быть, ты и прав. Ну, еще бы. Разумеется, прав. С весной придется потерпеть. Война, война. Да, да. Ну, раз ты демобилизован, у тебя есть все основания жениться. Да-да-да. Должен тебе признаться, что мне крайне надоело стирать, гладить и варить так называемый обед. Ведь устал, устал, мой друг. Вот так. О, быстрее, быстрее. Черт, холод какой, а? Ой. В постель, в постель. Опа. Ух, боже. Найди себе добрую жену. Ну, постарайся жениться на красивой. Вот. И грациозной. На грациозную женщину смотреть приятно. Пусть она будет врач. Терапевт предпочтительно. Порядочная. Тихая. Из хорошей семьи. Порядочный, тихий, грациозный терапевт из хорошей семьи у нас в городе Дмитрий Голованев. Эх, умер бедняк. В очереди за хлебом умер. Что ты говоришь? В очереди, да? Да, да. Хороший был старик. Жаль его. Ну, хватит, засни. Ты, наверное, устал с дороги. Да, устал. Спокойной ночи. Объявляю перерыв до 15 часов. Желающие могут воспользоваться этим временем и собрать в горах съедобную траву, пхали, для собственного хозяйства. Одну минутку, товарищ майор. Слушаю вас. Я полагаю, что в этом месте тот, с тактической точки зрения, неуместен. А? Что вы скажете по поводу радиуса обстрела? План утвержден городским штабом самообороны. Très bien, très bien. Но тем не менее, как бывший полковник, честь имею представиться. Бывший полковник Его Величества лейб-гвардии кавалергардского полка Пипини Аристави. Майор Хуртидзе. Очень рад. Итак, я говорил о том, ваше имя. Кармиле. Ну, смотри, Эрмиле, ДОТ неподвижен, поэтому имеет колоссальное количество минусов. Слушайте внимательно, это было в 1904 году в Порт-Артуре. Ха-ха, голубчик, один. Максимум два эскадрона и через это ущелье мышь не проскользнет. А танки? Позвольте мне ваш пинок. Да, с Норд-Веста танки, разумеется, не... О, боже, какая красота! Да, танки тут не пройдут.
А с Нордоста же? Да, скажите, Эрмиле, голубчик, как по-вашему пхали без орехов седобен? Если долго говорить, да. Поэт. Что? Чего? А эта дорога, как вы его перекроете? Поверьте, друг мой, операцию по защите этой коммуникации я могу осуществить, прикоснувшись к любому камню носком моего сапога. Вот смотрите, голубчик. Так. Теперь вместе дорогу будем чистить. Не понимаю, зачем ты мешался? Стратег, кто тебя спрашивал? Это тебе не Порт-Артур. Сейчас другая война. Бросься ты! Бросься ты, тебе говорят! Ты что же думаешь, мы в Порт-Артуре травку собирали, мальчишка? Война есть война! Я был строг с людьми, вот, и нежен с лошадьми. Вот. Ты же этого не поймешь. И вообще, оставь меня покой, я хочу быть один. Видеть я тебя не могу. Папа! Эх, щенок! Фалюке! Что за шум? Откуда лопата? Что в сумке? Пхали. Пхали? Да, трава такая, съедобная. Гражданин, предъявите документы. Простите, товарищ милиционер, документов при себе нет. А вот вам фиалки самые ранние. Оставьте цветы и предъявите документы. Я же вам сказал, документов нет при себе. Тогда пройдемте в отделение. Я вам все объясню, товарищ милиционер. Я живу здесь рядом. Меня все здесь знают. Знают или не знают, а вы, гражданин, нарушили комендантский час. Вы арестованы. Пройдемте. Никуда я не пойду. Понятно вам? Я не вор, не дезертир, я скульптор. При попытке к бегству буду стрелять. Идите. Вот прилипло. Идите, не ругайтесь. Да в жизни я никогда не ругался. Уберите пистолет. И вообще я никуда не пойду. Вот так. Езерил я копий, я устал. Я иду домой. Я хочу спать. Меня папа ждет. Значит, не пойдете? Никуда я не пойду. Его папа ждет. Болван. Я не болван, я скульптор. Молчите. Понятно вам, я скульптор. Человек сознательный, с высшим образованием, скульптор. А вместо того, чтобы помогать милиции, нарушаете порядок. В комендантский час ходите без документов. Нехорошо. А какие у вас награды? Медаль. За что? За отвагу. Вот видите. Ну ладно, сейчас вы свободны, а после трех зайдете к товарищу Куридзе, составим акт. И тогда вы получите свои цветочки, травку и лопатки. Да. Ясно? Ясно. До свидания. До свидания. Девушка, можно я вас провожу? Нам по пути. Нам во время дежурства гулять с местным населением не разрешается. Очень жаль. Товарищ милиционер, а как вас звать? Глаша. Точнее, Глафира Огурцова. А меня не забудьте. А Гули Эристави. Все, хватит. Завтра начинаю работать. Присаживайтесь, Колбатонок Иван. Спасибо. А в чем мы можем быть вам полезны? Лично мне ничего не надо. Для меня все кончено. Ну? Я родилась в городе, вышла замуж в деревне. Но мы с мужем часто приезжали сюда на спектакли мускомедии. Он любил музыку. Не может быть. Ах, дорогой Савле. Да, все мы смертны. В этом трагедия человеческой жизни. Рождение – первый шаг к смерти. Вот. Муж мой был честный человек. Кузнецом работал. Не слыхали? Савле Саканделидзе. Он мог лошадь на плечи поднять. О, как же! Я его знал с детства. Удивительное лицо, Халбадон. Есть в нем что-то античное? Да, определенно. Я решила установить памятник на дорогой могиле. Конечно, за работу я вам уплачу. Сколько бы кукурузной муки мог употребить муж за год, то есть, говоря по-простому, сколько бы он мог съесть, столько муки я вам принесу. О, силач, здоровяк,
Для него эти двери были бы малы. Он очень любил вино, любил повеселиться. Ах, гурман, как он любил покушать. Да. Эпиния! Эпиния! Прошу прощения, Колбадонок, это вам. А, Дмитрий, мон ами, иду, иду. Мой друг пришел. Агули, ну, вы найдете общий язык. Эх, Савле, Савле, какой был кутила. А, наконец-то, мой дорогой Евгений, то есть Дмитрий. Счастлив вот тебя видеть. Невесту ты меня совсем забыл. А, аншанте, какая прелесть, как зовут? Ангелина. Ангелина, божественное посмотри, имя. Смотри, какие имей стать. В виду одного щенка, дашь уши мне. Уши от ничего ты знаешь, стоит. Дмитрий, для собаки самое главное правило. А ну покажи хвостик, красавица моя. Это не правило, уши. А поэзия. Да ты посмотри, какая она вестоухая. На хороших кровей. Ну, Дмитрий, спусти ее с ремня. Приготовь невесту, начнем. Давай, давай. Перри, Перри. Ну, Перри, дорогой, иди, встречай гостю, так? Перри, 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 вернись, Перри. Ну, малыш, иди, иди, представься своей невесте, не заставляй ее ждать. Боже мой, что с ним? Он меня позорит. Ты куда, Перри? Вот твоя невеста. Дмитрий, Дмитрий, отпусти же свою Дульсинею. Ну, Ангелина, действуй сама. Древний греческий скульптор Пракситель был поклонником подобных норм красоты. Взгляните, Колбатоно. Здесь, между глазами, вместо носа, можно поместить еще один глаз. Нет, что вы. Я хорошо помню, у мужа было два глаза. Что с тобой, первый раз, что ли? Не мешайте мне, я не сомневаюсь. Я так не могу. Как удачно, что вы с этим предложением обратились именно ко мне. Я хотел создать нечто подобное в духе греческого скульптора Праксителя. Надеюсь, воплощение образа вам понравится. Дмитрий, в нарды, что ли, нам поиграть, а? Я не для того к тебе тащился в такую даль, чтобы играть в нарды. Разве стыдно сказать, что твой перри уже вышел в тираж? Ну за что ты так унижаешь, Перри? Ты должен понять его как мужчина мужчину, на пайке всем. Сынокех. И потом должен сознаться, что Евгения, то есть Ангелина, была слишком скромна. Многое зависит от женщины, она должна была вскружить ему голову. Увлечь его, взволновать. Укусить, что ли? Это же аллегория, кретин. Прошу. Спасибо. О, Колбатон Кативан, вы уже покидаете нас? До свидания. Извините, не смогу проводить. Пришел мой близкий друг. У него ко мне важное дело. Мое почтение, аншанте де фе, вот коннессанс. Значит, я кретин, да? Колбатон Кативан, а какой материал вы бы предпочли для памятника? У вас там стоит красивый белый камень. Мой белый камень? Да. Это не в духе вашего покойного супруга. Я думаю, Савле в железобетоне будет выглядеть лучше. Я буду счастлива. Врёшь! Прочно, ты меня, врёшь! Довольно красиво и практично, к тому же. Люблю правду! Денщик ты не обцов! Колбатон Дмитрий! Агули, передай своему отцу, чтобы он немедленно вернул 2 килограмма дроби, которые он взял 20 лет назад у одного своего знакомого. Этому знакомому надоело ждать. Я уже не говорю о сапогах. Дмитрий Константинович. Между прочим, 200 рублей тоже деньги. Из Воронежа в Астрахань, из Астрахани на барже в Баку, а из Баку в Тбилиси. Беженцев везде полно. А потом сюда послали в милицию. Родители живы? Были живы. А где вы сейчас живете? Нам вагончики оборудовали. Да. Эвакуированных много. Но к нам гражданским нельзя. Нет, я просто так спросил. Вот вы скульптор. Да. Скажите, только честно. Угу. Что легче творить? Людей или зверей? Творить зверей как-то не приходилось. Я в основном в людей. Что эскадронные лошади тоже должны принять участие в торжестве. Им тоже даем водки. В то время, когда господа офицеры пили по рюмочке, лошадей поили ведрами. Уверяю вас, Клафира, что это не выдумка. Да так напоили,
что лошади с непривычки потеряли всякий удерж и мчались как бешеные. И на следующий день отказались нести службу под предлогом головной боли. Вычитал где-то, а товарищ милиционер правда подумает. Пардон, океан извинений. На сегодня хватит. Ну вот, прошу. Ну, я пойду. Что вы, без чая я вас не отпущу. Разрешите. Правда, чай с сахарином, но все же чай. Какой камень большой? Это не простой камень. Это поросский мрамор. Он из Греции. Из такого мрамора ваяли древние греки. Мой учитель, который подарил мне этот камень, советовал, сперва как-то подумай, пока первый раз ударишь по нему. Камень не глина, отломаешь, не прилепишь. Но, наверное, вам все это не интересно. Ну что вы, очень интересно. А вы знаете, что говорили древние греки? Сам Зевс всемогущий спустился на землю, чтобы Фидий образ его изваял. Или Фидий побывал на Олимпе. Да. Ой, как страшно. А вы знаете, из этого мрамора я хотел высечь фигуру юноши. А сегодня я понял, что из этого камня сделаю белую девушку. И назову ее Северное Сияние. У нас в школе спектакль ставили. Я Печорина играла. Печорина? Да. У нас с ним был один признак породы. И у него, и у меня светлые волосы и темные брови. А что? Действительно. Моя душа – не каменистая почва. И если на нее падут благодатные дожди, она взрастит цветы невиданного счастья. У меня тогда это хорошо получалось. Сейчас прекрасно получается. Даже аплодисменты были. У нас режиссером был учитель по физкультуре. И он всегда мне говорил: Глаша, пойми, Печорин эгоист, но он страдающий эгоист. У меня усики были. Интересно. Ой, как давно это было. Мне у вас очень нравится. Здесь очень красиво. Горячая. У нас здесь немножко дует. У вас коленки? Очень красивой форме. Это что, комплимент? Нет, факт. Нет, не факт. Нет, факт. Нет, не факт. Не говорите так, Агуле, прошу вас. Лучше спойте что-нибудь. Сулико. Клафира. Лапонька. О, пардон, океан извинений. Ух, сукин сын, весь в меня. Вот. Эх, салат оливье, рябчики, а на третьей бульманше. Где вы, где вы, Ирина Сергеевна? Сейчас разрешите мне представить вам полномочную комиссию районного комитета соцобеспечения, которой поручено осуществлять заботу об артистах. Георгий Пестунидзе. Товарищ Хамашуридзе. Товарищ Хведелидзе. Товарищ Тавдорадзе.
Но Шлевантев Дарьянь, наш новый вахтер. Я захватила его пятым, чтобы комиссию сделать нечетной. А, товарищ Девдарьяни, теперь начнем. Есть. Ну? Вуаля. Прошу прощения, будьте добры немного отойти. Монументальную скульптуру лучше смотреть с дистанции. Пардон. Извините. Вот. Нам доложили, что фигуры сделаны голыми. Быть не может. Кто вам сказал? Это возмутительная инсинуация. У нас враги, батон, враги. Сами не живут и нам не дают жить. Успокойтесь, уважаемый. Товарищи, мы сейчас имели возможность убедиться, что монумент вполне благопристоен. Спасибо. Составим акт. Ах уж эти люди искусства. Без женщин ваша жизнь не жизнь. Пишите. Принимая во внимание трудности военного времени, компетентная комиссия считает не своевременной установку монумента работы молодого скульптора. Перестави Агули Пипиневича. Это циркуль Леонардо да Винчи, батон. Ваше настоящее имя Пипини, да? Да, совершенно верно. Пипиневича. А также рекомендует означенному скульптору подработать отдельные детали. Скажите, что у него с глазами? Он слепой? Ох, это же Сократ. Его не Агули лепил. Старинная работа. Времен беспросветной темноты. Ага. И постановляет в качестве аванса выдать ему продуктовые карточки литера Б, а также 2 кубометра дров. Батоне Евгений, то есть Георгий, это очень мало. Торгуетесь? Три кубометра дров. Теперь прошу всех расписаться. Вот. А, Колпатенко Иван, мое почтение, счастлив вас видеть. Я только провожу товарищей и буду к вашим услугам. Агули. Здравствуйте, Колпатенко Иван. Здравствуйте. Пожалуйте сюда. Пожалуйте. Бонсуар, Батон Георгий, счастливо. Сначала я вас хочу познакомить с друзьями моего Савле. Завтица фермы Апекси. Библиотекарь Алекси. Здравствуйте. Бакоси, его сын Амброси. Начнем. Подержи-ка. Так. Вот и наш незабываемый Савле. Что они с тобой сделали, ненаглядный мой? Вай, 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 вай. Сбрыли усы, оголили, выставили на позор. Я этого дела так не оставлю, нет. Колпатенко Иван, уважаемая Кадыва, не плачьте, ради бога, мне больно видеть ваши слезы. Мой сын, как все талантливые люди, лентяй, но теперь даю слово, я сам займусь этим делом. Клянусь честью. О, боже. Ох, Агули, Агули, тоже мне так
Кузнецова. Почему не на дежурстве? Приступаю к дежурству в 18:00. Это он? Смотри, это до добра не доведет. Он очень одаренный скульптор. Отдайте цветы и садитесь в коляску. Слушаюсь. Похож. По-моему, похож. Похож, да? У Сёмы как будто похож. Конечно. Только там. Только вот тут вот. Уважаемый, вот этим. Спасибо. Вот так. Вот так. Сразу видно, что вы лично были знакомы с незабываемым Евгением. То есть Савле. Савле, Савле. Ах, какую благородную личность потеряли. Поди сюда, покуси. Как он любил покушать. Как, по-твоему, рубашка? Рубашка была точно такая. В правом кармане наши деньги, в правом кармане огурные. Ага. Только уголки надо закруглить. Так, вот так. Я ведь помню, сама шила. Ох, как ему шла эта рубашка, забыть не могу. Вносите. Погаси, погаси, месье. За мной, друзья. За мной, за мной. Прошу вас сюда. А вот здесь и складывайте. Вот здесь. Молодцы. Хвалю, хвалю. Вот. Агуль, приезжайте ко мне в гости. Спасибо, Калуда. У меня хороший виноградник. Вы бы очень понравились моему дорогому Савле. У него под подушкой револьвер. Напрасно мы не взяли ружье. Не говори глупости. Она одна? Да, учитель. Саул, жди меня на этом месте. Я скоро вернусь. Будьте осторожны, учитель. Прости, Глашенька, что так давно я не приходил. Я делал эскизы для «Северного сияния». Ты понимаешь, как теперь будет нам трудно? Агуль, давай не будем говорить об этом. Почему не будем? Мы должны быть откровенны. Ты так молода, я не устроен. Время-то военное. Ты только 8 классов окончила. У нас все еще впереди. Ну что ты волнуешься, Агуль? Я же от тебя ничего не требую. Ты занимайся спокойно своим делом. Я же понимаю трудности искусства. А воспитание детей – дело женское. Глаш, милая моя, мы были бы счастливы с тобой. Но Пипинья, такой старомодный, с предрассудками. Он же традиция проклятого прошлого. Аба, это, конечно, глупо, но Пипинья говорит, что ты князь и должен жениться на княжне. Это он говорит, не я. Что это такое? Что он хочет? А врач что сказал? Сказал, двое будет. Мальчики. Почему двое? Какие мальчики? Кто его спрашивает? Успокойся, пей. Завтра же пойду в военкомат. Пусть на передовой пошлют. Пусть ему тот милиционер, Пусть ему тот милиционер. Глашкин скульптор явился. Это не я, это он. А, зятёк пожаловал. Фиалочки надел. Спасибо. А с этим что мы будем делать? Я тебе покажу северное сияние. Я тебе покажу.
Говорил, надо было взять ружье. Скорее, предатель, скорее. Догоняй, утай нас. Смирно! Равнение на середину. Товарищ майор. Отстань. Рядовиев, уходящий декрет, два шага вперед. Шагом, марш! Крупко. Тодуа. Огурцова. Оружие сдать дежурному. Далее! О! Шагом! Марш! Если дальше будет так, придется просить пополнений. Так точно, товарищ начальник. Ох, как жаль, что не захватил ружья. Известное дело, невесту без выстрела не ведут. Вот. Ты смотри, Глаша, если что, прямо ко мне. Ясно? Ясно. Товарищ сержант, просим вас в гости Немировича Данченко, дом 23. Заглянем как-нибудь. Немировича Данченко, дом 23. Ну, доченька, в путь дорогу. Спасибо. Желаем тебе счастья, Глашенька. Будь здорова, береги себя. Глашенька, зови меня просто папа. Хорошо, дядя Пипин. Ваш союз, кроме всего прочего, имеет еще один плюс. Акулий отшлифует свой русский язык. Вот. Ах, да. Чуть не забыл. Акулий просил передать тебе вот это кольцо. Оно дорого нам, как память. Пожалуйста. Его носила мать Акулий. Моя незабвенная супруга Тамуния. Царство ей небесное. Награбывает. Уже небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало. Прошу. Тамунинка меня обожала, она по мне с ума сходила. Ты думаешь, я не любил ее? Я жить не мог без Тамунинки. Но уж жениться страшно не хотелось. В это могу ли весь в меня? И ты знаешь, чем кончилась эта история? Княгиня похитила меня, выкрала пьяного. Вот. Это был беспрецедентный случай. Увы, потом она горько и долго жалела. Как ты думаешь, Глашенька, Тамуненька умно поступила? Доченька, что с тобой? Не надо плакать, не надо плакать. Акулий любит тебя, это он послал меня. Он был немножко шокирован поведением твоих подруг. Черт, какая скверная погода. Тебе ни в коем случае нельзя простужаться. А мальчик так нервничал, переживал. У него даже голова разболелась. Я вам уступлю в свою большую комнату, а сам пойду на фронт. Наша скромная обитель искренне принимает вас. Акулий, наш дом, ваш дом. Будь благословенна, новая семья. Живите долго. Будьте счастливы. На счастье, tes enfants. 8 мая 1945 года в Берлине
Виктория, представителями Виктория! Германского верховного командования победа! Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. А, молодцы, ребята! Великая отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Николай Огурцова, изобретайте супруга. И выход. Так. Пардон, океан, извини. Прошу вас. Медам, месье, давайте выпьем за победу советского оружия. Так. Да здравствует 9 мая. Извините, господа, я только на секунду. Ух ты, офицеры Ристави, все солдаты молодцы. Берри, 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 что с тобой, дорогой? Эй, эй, люди, на помощь, на помощь! Ему дурно. Не покидай меня, друг мой верный. Что с ним? Принесите стакан воды. А воды только наш. Наши обзеки! Скорей! Ой, бабуся, начинается! Глашенька, как поживаешь тебе? Я мочу под моей дырой. Глашенька, покажи наших мальчиков. Они сейчас спят. Ну такие хорошенькие, хорошенькие. Да? Беленькие, беленькие. Оба белые. Боже. Оба. Ну, поздравляю. Ну, носы. Как назовем? Отец уже решил. Да, Пипиня Лаша. Да. Ой, как здорово. Почти что Глаша. Ну, конечно. Ну, как вы там без меня? Эх, скучаем, доченька, без тебя. Что едите? Кто стирает? Пипиня стирает. Да, иногда забавляюсь по вечерам. Благослови Бог твои руки, Агули. Ты оживил моего Жоржика, как он похож. Благодарю вас, Патоно Пипиня. Большое вам спасибо. Не стоит благодарности. Пойдемте. Осторожно. Ах, Мэри, Мэри, куда вы ушли в тот вечер? Агули, дорогой. Сколько я вас ждал у голубого фонтана. Вот. Знаете, как-то неловко получается. Агули, не обижай меня. Агули, не обижай. Не обижай. Ты почти вернул мне шасси. Ты оживил моего Жоржика. Спасибо. Эти деньги тебе пригодятся. Ты теперь не один. У тебя же дети. Глашенька. Какие они, Глаша? Ну? Опять двое беленькие-беленькие. Да, опять беленькие? Ну, такие хорошенькие. Прелесть. О, молодец, квартира. Ну, еще раз поздравляю. Мамочка, мы вареники. Так, хвалю. Вот. Спасибо, сынок. Пипи,
Вытри нос. Все время. Вытри нос. Как назовем? Лаша, Глаша. Как назовем? Да, Торнике Лаша. Один Лаша есть у нас. Опять Лаша? Ох, боже, неужели у меня склероз? Торнике Цотне. Вот да-да. Торнике Цотне. Конечно. Красиво. О, ну, Торнике Цотне, они же исторические. Ну как он, похож? Осторожно. Да. Спасибо, спасибо. Не за что, не за что. Может, выпьем по стаканчику? Помянем Платона. Что ж, можно. Мамочка, мамочка! Глашенька. Гамарджи, вот мои дорогие. Ну как? 5 кило. Черный, черный. Наконец-то. Очень черный. Как уголь. Такой горластый. Ну, еще раз поздравляю, друг мой. Мама, мы варенье принесли. Спасибо, сынок. Вот. Торники, поправь штаны. Ох, Лаша, штаны, штаны. Как назовем? Ну, конечно, Аким, память твоего отца. Вайми. Спасибо, папа. Как я рада. Я тоже. Значит, Аким. Ну, конечно, великолепно звучит. Аким, Эристави, Эристави, Аким. Опять этот несносный Аким. Уберите его, а то я за себя не ручаюсь. Что здесь происходит? Я спрашиваю, где мой ремень? Ух, беды, не отторника ваша. Это дети, это же бандиты. Убирайтесь, убирайтесь сейчас же. Алюром 3 креста, марш, марш. Я тебя, ух ты, безобразный. Пипиня, погоди, поймай уши наберу. Нашли место в ловитке играть. Вы меня в гроб вгоните, мерзавцы. У меня катастрофически поднялось давление. Невозможно, невозможно. 200 на 120. Глаша, дитя мое, оставь на минуточку этот фолиант. Нашли где место играть. А ну-ка вон отсюда. Для вас тут я настирала. Вон отсюда, дурак большой. А ты где спрятался? Ну-ка выходи. Тоже мне подружку нашел играть. На, вот тебе. Вот тебе. Вот черный. Стакан такие мали. 300 грамм орехов. На килограмм баранины. Перец по вкусу. Ух, безобразник, я тебе сейчас... Стой, стой, говорю! Хальт, хальт! Попался, ух ты, бессовестный шалун! Бибиня, уведи детей во двор, поиграй с ними в кавалерию! Может, тышка таки... Боже, целый день в кавалерию, невозможно, у меня же гипертония! А у меня срочная работа, я же не успею закончить, нет? Уведи детей во двор! Или я, или Аким! Убирайся отсюда! А ну-ка во двор! Марш Гнагова! Садники за мной! Вот, налево марш! Так, вот, налево марш! Так, хорошо! Вот, налево марш! Алюром, со мной, что оживить? Что? Это называется, что оживить? Учитель! Да, да, да. Нет, не нет, учитель, нет, у меня там срочное дело. Извините, дядя. Что тебе сейчас? Пожалуйста, отойди и не мешай. Ты посмотри. Пожалуйста. Ты посмотри, это разве я, моя Оля? Послушайте меня. Что вы с ней сделали? Объясню, объясню все. Нет, это не моя теща. Глаза по-вашему похожи? Как будто бы. Ну, а теперь нос. Пожалуй, да. Угу. А подбородок? Похож. Да. Чего же вы хотите? Я тетю Олю хорошо знал. Она здесь прямо как вылитая. Не был бы ты сын Бипини. А ну пошли. Нет, все равно это не моя теща. Ну, рассказывай, что случилось с тобой? Прошу вас, учитель, немедленно пошлите телеграмму. Сообщите Ушанге, что вы живы. То есть как жив? Что вы живы, а я ваш ученик, очень просто. Ты в своем уме? Говори прямо, провалился на экзамен? Не попал, одного очка не хватило. Ваяние 5, рисунок 5, история 3. Откуда я знаю, когда родился Пипин Короткий?
Отдал Ушанке письмо? Конечно, отдал, а как же? Что он сказал? Что вас убили на фронте. Это еще что за новость? Ну да, он говорит, раз вы после войны ни разу не выставлялись, значит, вас нет в живых. Прошу вас, учитель, дайте ему телеграмму, что вы живы и здоровы. Поверьте, уважаемые, я ничего плохого не думаю о вашем сыне. Но уверяю вас, рассчитывать на детей в наше время довольно трудно. Мои жулики, негодяи, ждут, пока я умру, чтобы сразу после похорон на мои кровные деньги купить себе Волгу. Да, Волга, Волга, мать родная. Мне стало известно, что у вашего сына имеется импортный белый камень. Да-да, греческий мрамор. Синтетический? Ну что вы, сугубо натуральный камень. Ах, да, да, да. Вот. Я всю свою жизнь работал и считаю себя вправе иметь на могиле достойный памятник. Совершенно справедливо, батон Бонавентур. Глафира, где мой наследник? Куда он забрался, прокальник? Вот так всегда, днем и ночью за работой. Скульптура, как вы знаете, требует адской работы. Да, да. Агули, монами, я привел гостя, это наш уважаемый Евгений, то есть аптекарь. Здравствуй, мой юный друг. Здравствуйте, уважаемый. Агули, батони Бонавентур очень хочет, чтобы ты высек его бюст из нашего камня. Из нашего камня? Он его купит. Ваш бюст? Мой? Ну да, хочет поставить памятник на своей могиле. Черт возьми. Ты не ушибся, дорогой. Не беспокойся. О, Боже. Если я не ошибаюсь, вы не только живы, но и вполне здоровы. Я совершенно здоров и хочу загребить за собой ваш камень. Он мне нужен самому. Вы не сомневайтесь, мой друг, что и в деликатном смысле все будет в порядке. Пипинья, я сказал, с заказами на памятник и покончено. Агули, я задумал большую работу. Неудобно, ну, этот мрамор понадобится для него. Посмотри, посмотри, вот какая сюда, фактура, какой профиль, какой анфас. Пойдем в мастерскую. Куда пойдем? Мы куда? С Глашей должны с тобой поговорить. Извините, батон Бонавентур. Ничего, ничего. С чего вы человеку памятник? Успокойся, мы все смертны. Ты видишь, какой он бледный. Пардон, батон Евгений, пардон. Я не могу только вас думать, я должен работать. Успокойся, что с тобой, что ты говоришь? Болтаешь, я мешаю тебе говорить? Или Глаша тебе мешает? Вы мешаете, вы. Весна, осень, вы просто ты чистокровный эгоист. Что? Вот. И это говорит мой отец? Да, правду в лицо надо говорить. Агули, постыдись, посторонний человек здесь. О, если я правильно понял, вы хотите еще при жизни поставить себе память? Вот именно. Из поросского мрамора. Люблю белый цвет. Фасочек подобрали? С мечом в руках, верхом на коне. Или, может быть, с грянкой на затылке? Ну? Выбирайте, не стесняйтесь, прошу вас. Он пьян. Нет, я просто эгоист и себялюбец. Агули, не забывай, кто твой отец, что с тобой? Герой Порт-Артура, который при отступлении обогнал своего же коня. Эх, до чего же люблю японцев? Морьен, молокосос, молокосос, колонт, колонт, быстро! Смейся, отольют с кошки мышки на слезки. И ты, Брут, да? Ух, подалец! Дайте назад! Зарублю тебя, как пса поганного! Не даете работать? Ухожу! Навсегда! Деньги буду присылать, если заработаю. Ой, я взрастил скорпиона на груди. Из-за него даже не женился. Упустил изумительные партии. И хотел скорее давать ему мачеху, но теперь я женюсь непременно. У этого негодяя превосходная семья, какие дети, ангелы. Аким, как тебе не стыдно? Уберите этого подлеца! О, Боже! Прими мою грешную душу! Oh!
Шаулик, наконец-то. Здравствуй, Шаулик. Здравствуй, дорогой мой. Ну, как ты? Хорошо, садись. Спасибо. Устал. Сложный образ. Да. Послушай. Я бросил семью. Что? Обругал всех и ушел. Пипинию тоже? Пипинию больше всех. Молодец, герой-любовник. Шаулик. Здравствуйте. Здравствуйте, Гули. Деньги есть? 100 000. Одолжи трешку, а? Возьми в пиджаке. Только все не бери. 5 взял. По деньги, деньги. Шаулик. Если ты не против, поживу у тебя немного. Постойте! Позвольте слово молвить. Я в оправдании. Нет. Однажды как-то раз Алёпа турок мне ордыни полный, потерял рассудок свой, бил меня тельца и поносил сенат. Тогда обрезанного пса за горло я схватил и заколол ее. Вот так. Сегодня понедельник. Как будто бы. Следовательно, спектакля нет. Зато есть идея. Блистательная идея. Пойдем на базар, купим огурцов, помидор, сыр имеретинский, вино кахетинское. Посидим и расскажешь, что ты натворил дома. Амбрадузо, медузо! Амбрадузо, медузо. Летим, Пегас мой! Давай покушаем, а? Прошу к столу, прошу. Агули. Да. За нашу речку выпьем. Выпьем. За белые камни, за голубое небо и за нас. Будь здоров, Шаулик. Знаешь, у меня странное чувство, будто это не я живу на свете, а кто-то другой вместо меня. Вот это вино. Но зовут его Агули Эристави. Приступим к сыру. С ним здороваемся. Здравствуй, Агули. Здравствуйте, уважаемый. Какие вкусные помидоры. Как тебе лучше объяснить? Ну, представь себе, ты взял у товарища пиджак. Ну и что? Старый рваный пиджак, который ему совсем не нужен. Это, Шару, какое время пиджак? Нет, это пиджак не твой, это пиджак его, ее должен... О, брось к черту этот пиджак. Философия твой пиджак. Я с тобой советуюсь, а не философствую. Нет, ты философствуешь. Кушай, пей и пойдем купаться. Майская ночь! Или утопленница. Амбредузо, медузо! Хопа! Шаулик. Да? Вот что я должен вырубить с моего камня. Это истинная апогея жизни. Апогея? Да. Вот таких мальчиков рисует Пикассо. Все, я вырублю его. Мальчик, почему не прыгаешь? Превосходная натура. Боишься, мой мальчик, а? Да, дядя, боюсь. А ну-ка встань. Осторожно. Вздохни. А? Закрой глаза. Алле! Иди! Аперист! Ламбредузо, медузо! Алле! Оп! Таких шарлатанов рисует Пикассо? Никогда не поверю. Защищайся, несчастный Немцович. Вот. Так. Площадь! Землетрясение! Thank you.
Так и звоните Божьего Златона Пипиния. Надеюсь, с тебя все в порядке? Зачем он здесь? Может сказать. Он хочет взять вещи, конечно, если вы позволите. Папочка, что ты нам принес? Вон, 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 в комнаты. Ваш отец мертв для нас. Скажите, пожалуйста, Микеланджело, Тинторенто, Адхак! На Паганини, у дьявола, без денег. Вот какое отношение. Все. С завтрашнего дня начинаю работать. Придется тебе одному прогуляться. Понятно. Пока, дорогие мои, целую. Тина. Здравствуй, Тиночка. Как живешь, Тина, а? Огонь! Не будем зря тратить время. Я поднимусь к Паше и сделаю вполне официальное предложение. 5 миллионов рублей. Огонь, не делай этого, прошу тебя. Значит, вот так будем бродить по улицам? Но ты сейчас пьян. Ведь я должна их заранее подготовить. Никаких подготовок. Будем современны. Огонь! Современны, дорогая. Огонь, милый мой, успокойся. Да я тебя поцелую. Ну, пожалуйста. Дорогой мой, знаешь что, приходи завтра утром и поговори с ними, хорошо? Хорошо, только рано утром. Хорошо, рано утром. А сейчас я побегу. Целуй еще раз. Побежала я. Ах ты моя красавица моя. А почему завтра? Когда можно решить все сегодня, а? Садитесь, здравствуйте, Галутон. Спасибо, спасибо. Мои мальчики. Приветствую. Присаживайтесь. Не беспокойтесь. Беспокойтесь. Наш папа. Добрый вечер. Как ваше здоровье, уважаемый? Берите ее. Кто этот человек? Агулия Ристави. Активист нашей библиотеки. Он очень много читает. Что ему нужно? Если позвольте, я все объясню. Правда, я позволил себе явиться несколько поздно. За что я, конечно, извиняюсь. То есть приношу свои извинения. Ладно, хватит. Лучше скажи, что тебе нужно от этой дурочки. Боже. Попрошу отнестись с должным почтением к моей Тиночке. Ясно?
Ты что, не женат, что ли? А? Да нет, он женат. У него уже пятеро детей. Разводите, как в инкубаторе. Опять вы мешаете моему счастью. Я никогда не выйду замуж из-за вас. Не плачь. Минуточку, я все объясню. Мы еще с детского сада любим друг друга. Мы тебе покажем сейчас детский сад. Твой на одного? Да, за воду тоже. За электросвещение. О, Боже, какой стремительный бег. Цель-а-ви. Глаша, взгляни, доченька, почему скулит Перри? Здравствуй, товарищ начальник. Ну, давай, еще давай. Сейчас. Так тебе и надо. Давайте. Эх, вы безобразник. Ай, мне какая грязная вода. Это просто ужас. Кочегаркой жил, что ли? Наверное, два месяца не мылся. Глаза, глаза. Закрой глаза. Глаза, ну. Довольно, хватит. Хватит, не брызгайся. Агуль. У тебя есть знакомый кардиолог? Это еще зачем? Пипини на сердце жалуется. Ну, спи, спи. Когда я умру, дети, все мои вещи, новый костюм, даже штиблетки сдадут в комиссионной. Так что вы, никогда этому не поверю. Сдадут, поверьте. Да, на сегодня хватит. Пожалуйте. Очень хорошо. Осторожнее. Вы знаете, я давно хотел перед вами извиниться. За что? Вот в тот день как-то получилось у меня нехорошо. Это пустяки. Что с пьяного спрашивать? Но все-таки я выглядел бы в мраморе еще величественнее, да. Мне белое к лицу. Но вы забиваете о своем профиле. Гранит подчеркивает его мужественность. А, Ванико, Ванико, да? Слушай, кто ты? Тазо, Тазо, а? Ну вот, дорогой, опять мы с тобой вместе. Простите. Не узнал? Простите, но что-то не помню. Конечно, ты прославился, дружище. У тебя уже семья, жена красавица. Извините, пожалуйста, ваше имя? Менквея Глафира. По-грузински говорит? Почти. Прекрасно. За ваше здоровье. Тебя как зовут? Осторожно, поставь бокал на стол, забудь. Ну, а тебя? Пипиня. Отец твой не узнал меня, нет. Аким, успокойся. Прекрасные дети. Ну, здорово. Ну как, не узнал? Простите, но что-то не помню. Агули, брат мой, дорогой. Володя я, Джинджарадзе. Володя? Да, в одном классе учились. Не помнишь, слева я сидел, у радиатора. Так, так, Джинджарадзе. Ну, конечно. Садишься, дорогой. Агули, по делу я. Садитесь. А ну, подвинься немножко. Аким, услуги вместе заделал. А, молодец, умница, Аким. Извините, пожалуйста. Мы,
То есть весь наш класс решили отметить 20-летие окончания школы. Соберемся через месяц. Будут все наши педагоги и, разумеется, супруги. Я к тебе через неделю забегу, так сказать, по финансовому вопросу. Ясно. Кто прислал? С того стола. Слушай, это не Шавлек Сардалац? Совершенно верно. Так ведь он тоже нужен. Ну, значит, обо всем договорились. Прекрасно. Ну, до свидания. Всего хорошего. До свидания, ребята. Слушайтесь папу и маму. Придите еще. Кто это? Понятия не имею. Угадай, кто я? А? Коя, да? Тазо? Они говорят, говорили? Ну вот, дорогой, опять мы с тобой вместе. Не узнал? Ну, конечно, узнал. Нет, не узнал. Ясно, известный человек. Ладо. Заслуженный артист. Миша. Пьет шампанское, заказывает шашлыки. Пикенты. Опять не узнал? Нет, не узнал. Шавлек, брат ты мой. Hasen getroffen! Was macht der Hasen? Der Hasen fliegt fort! Der Hasen fliegt fort! Der Hasen fliegt fort! Stoß da bist du! Was da kommst du? Ah, очень приятная друга! Ушанги! Постойте, постойте! И подходите! Сидите, сидите! А теперь, дорогие друзья, встречаем наших любимых учителей. Ну давайте, больше любви, больше любви. Больше любви. Давайте. Здравствуйте. Очень хорошо. Здравствуйте. 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 О, Лосат Маритович. О, ну, учительница. Мама, знакомьтесь, это моя жена. Глаз. Очень приятно. Учти, ровно в 12 ждем. Хорошо. Не задерживайся. Нет. Остановитесь, остановитесь. Товарищи, друзья, есть идея. До банкета зайдем в большой зал храма. Там вас ждет сюрприз. Прошу, 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 друзья, прошу. Вот вам мой сюрприз! Дети в школу собирают весь петушок, пропел дождо. Беру букваря в первый раз, ношу букварь в просторный класс. Любит летчик самолет, пулеметчик пулемет. Содержи ты в порядке парту, книжку и тетрадки. Прошу, друзья, сюда, учителя в президиум, а гости в импровизированную ложу. Неси смертников, вот, сели сидели. А я вот сидел здесь, я сам маленький смертник. Дай мне школу, дай мне школу. Я в школу, сам я не смертник. Друзья, сегодня мы ваши бывшие преподаватели от всего сердца приветствуем дорогих своих учеников. И шалунов, и отличников. Мы от души поздравляем их всех с юбилейным уроком. Дорогие друзья, я поднимаю тост за нашу дорогую школу. За ту школу, где мы провели самые радостные, самые светлые дни нашей жизни. За школу, которой многим обязаны и которую не забудем до конца своей жизни. Да здравствует наша любимая 9-я средняя школа! Дорогие мои девочки и мальчики, я смотрю на вас и плачу, но это слезы радости. Оставайтесь навсегда такими же хорошими, какими я привыкла вас видеть в школе. Слушайте старших. Будьте счастливы, мои дорогие крошки. Внимание, товарищи, внимание!
внимание! Наш дорогой одноклассник, как его? Кажется, Володя. Володя очень рад приготовил сюрприз. В чем он заключается, я не знаю. Володя! Володя! Сюда, ко мне, Володя! Когда впервые открылись перед нами двери нашей любимой девятой школы, мы были вот такими! Можно и мне вас поздравить? Вы друзья Гули, и я очень рада, что нахожусь здесь с вами и могу поздравить вас. Хорошо. Но я очень обижена на вас. Почему вы к нам не заходите? Это ты о Гули во всем виноват. Она просто прекрасна. Друзья моего мужа, мои друзья, счастья вам всем. Браво! Дайте вашу ручку. Осторожно. Взяли. Какого режиссера подняли в лице Володи? Это колоссально! Замечательно! Браво, Володя! Колоссально! Ну что вы, не за... Спасибо вам. Не за что. Агули, ты помнишь этого Володю Чичарадзе? У радиатора что сидел? Да, да. Так себе. А ты помнишь? Я? Шауле, шауле. Спасибо. Талантливые ребята. Хороший парень. Он точно из нашего класса? Говорят, но я его не помню. Крикнем! Ура! Друзья, друзья! Ну что? Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Шалунишка мушлеван. Который час, я тебя спрашиваю? Не отпустили меня. Ладно, дома поговорим с ней. А вы помните, мне двойку поставили? А что вы? Это просто вы. Нет, было, это было точно. Как это ты меня лупил вскоре, а? Шавле, где Агули? Садись, довезу. Не могу, он пьяный, мне надо его найти. Прошу тебя всех по машине. Есть ли машина? Ну, пока необходимость, я не понимаю. Есть возможность. Садитесь, пожалуйста. Ну. А немного выпьем. А, Глаша, иди сюда, иди сюда. Еле нашла. Ну, иди сюда, не бойся. Ну, что ты тут? Я ищу Лев. После урока приходили сюда. Посмотри. Он часто здесь тренировал свой голос. Быть или не быть?
Вот в чем вопрос. И он стал актером. А я рисовал вот это. Вот еще вот это рисовал. А Пипини говорит, иди в кавалерию. Я пошел в академию. Агуля, пойдем домой. Пойдем. Уже поздно, все уходят. Пойдем. Пойдем. Ну, дома посидим, поговорим. Здесь пойдем. Прекрасный воздух, Клаша. Алле? Остановите, остановите. Я тоже еду. Быстро, город, город. Подождите, ребята. Подождите, ребята. Остановите, прошу вас, прошу. Я с вами. Ну, подождите. Права, вы меня. Учителей. Глашенька, ну я тебя прошу, ну иди на. Агуль, пойдем домой, уже поздно. Ну посмотри, ну, нет никого. Ну садись. Вот мы с тобой остались одни. Пожалуйста, дорогая, пожалуйста. Вот, Глашенька, я хочу выпить один тост. Извини, нам стол нужен. Ну видишь, мы все задержим. Идите, пожалуйста, обойдемся без стола. Ну ладно. Гамарчус пипинес. О! Грех не выпить за офицера кавалерийского полка. Очень. И за моих выпьем. Царство им небесное. Не надо, родная. Не надо. Скамейку можно? Скамейку, да. Бутылку нет. Опа. Понравились тебе мои ребята? Очень, Агуль, очень. Хорошо время провели, правда? Прекрасно. Правда? Очень хорошо. Вот и все. Да. Ну, пойдем домой. Домой? Глашенька. Нет, нет, постой. Глашенька, вот. Агуль, по этой дороге нам, пойдем. Сюда. Это самая короткая дорога в город. Я и Шавлех. По этой дороге бегали в детстве. Да. Ран, та 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 та. Ой, Агуль. Куда ты меня ведешь? Ноги, можно ли ты переломать? Куда это им попали? Агуль. Внимание. Прошу присутствующих соблюдать полную тишину в художественном салоне. Дорогие гости, друзья мои, многоуважаемые товарищи, вы сегодня присутствуете на персональной выставке Агулия Ристави, известного скульптора. К осмотру выставки. Кузнец Савле. Здесь, в этом раннем произведении, еще заметно влияние античной скульптуры. Но художник использовал железобетон, чтобы придать образу современность. И вот результат. Нос похож? Похож. Глаза похожи? Похожи. Вот похож, похож. Значит, все в порядке. А, Вадоно Боне. Вадоно Боне, мое почтение. Правда же, я такой памятник сделал вам, какой вы хотели иметь. Вадоно Боне умер? Нет, отдыхает в кистоводстве. Вадоно Боне, поверьте вот мне. Вот вы никогда не умрете, клянусь. А что, он серьезно болен? Да нет, совершенно здоров. Клаша, давай выпьем за нашего уважаемого аптекаря. А теперь о будущем. Ближайшая работа, к которой приступает скульптор, это автопортрет. Экс. Агуль, мне страшно. Уф, что это я? Ни с того ни с сего. Разболтался. Сколько я наговорил, а? Даже горло пересохло. Да. Агули,
Ты сегодня лишнее выпил. Да, ну пошли домой, ладно? Пойдем, пойдем. Я утомил тебя сегодня очень. Нет? Нет, Геннадий. Как нет? Я знаю, ты устал очень. Агули, незаметно-незаметно, а уже сколько ты памятников сделал? Да. Ведь не даром, говорится, дело мастера боится. У меня спросили основные качества камня. Я им сказал, камень это не глина. Кусок отколешь, не прилепишь. Ох, молодец. Чудесный ответ. Это Агули научил тебя? Безусловно, кто же еще мог? Мой сын почти гений. Он эрудит. Иди, мой мальчик. Наконец-то. Приняли в академию. Оправдал наши надежды, Евгений, то есть Заур. Молодец, мой дорогой мальчик. Спасибо. Спасибо. Молодец. Вот. Они получили телеграмму? Да, конечно. Если бы вы знали, как все обрадовались, то везде. Еще бы. Я буду в группе Вадони Ушанги. Сейчас мне нужны вода, хлеб и камень. Запрос один, и буду работать над собой день и ночь. Если бы вы знали, учитель, как много у меня отличных идей, прекрасных замыслов. Я за тебя очень рад. Спасибо. Заур? Да, учитель. Этот камень хороший. А ты мне скажи, ваш мрамор? Он замечательный. Да. Если бы он был мой, я бы сделал из него что-нибудь потрясающее. А ну-ка пошли. Пипинья. Ну? Я. Пардон? Достоин. Клашенька? У моего сына, как всегда, почти гениальные мысли. Так? Вот. А как же северное сияние? Какое северное сияние? Ах, да! Сделаем, но из другого материала. Я хочу подарить моему ученику камень, который подарил мне мой учитель. Саур, этот камень твой. Как же так? Он твой. Дядя Пипинья, это же по-русски мрамор. Бери, родник. Это решено. Только сделай что-нибудь красивое. Дядя Пипинья. Да. Une belle femme. Постарайся создать что-нибудь величественное. Помни промедление смерти подобно. Пей по камню. Вот. Подари, соединяюсь. Правда? Камень твой. Правда? Твой. Я из него сделаю.